Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Вот она невероятная ткань, вот он блеск величия нашего дома, вот он признак нашего хорошего вкуса. Вы посмотрите на этот великолепный тюль. Я уже вам сейчас сразу показываю блеск нашего первого оттенка, он у нас называется серебряный, невероятные вертикальные полосы и вновь наша любимая органза жаккард. В данном случае, конечно, жаккардовое плетение превзошло все мыслимые и немыслимые какие-то пороги величия. У нас здесь с вами и фигурная вязка, у нас здесь с вами и геометрические рисунки такие на листиках, у нас с вами здесь и метанитовая ниточка, которая дает вот такой потрясающий блеск. Вы посмотрите, сколько фактур на жаккардовом рисунке. Слушай, это просто невероятно. Причем, ты знаешь, Надюш, это новинка нашего телеканала. Давайте познакомимся с цветами, которые есть у нас в наличии. Итак, Надя, что ты приготовила? Итак, посмотрите, у нас здесь есть серебряный цвет, который мы видели на нашем окне. Вот он как мерцает. Вот он как переливается невероятно. Просто восторг. У нас, конечно же, к серебру обязательно есть золото. Я обожаю золото. Ох, как красиво, друзья мои. Вы посмотрите, какая фактура на листочке. И даже по ощущениям гладкость ткани разной. Слушай, а органза как блин. Да, да, да. Жаккард, конечно, во всей красе. Давайте посмотрим следующий цвет. Бордовый. Такой опьяняющий, да? Опьяняющий. Действительно, цвет бургундского вина, мой любимый оттенок в интерьере. И опять разные фактуры, и опять сложность переливов. Но и есть наш любимый коричневый с вами цвет. Конечно, он в любой интерьер, мне кажется, подойдет. Конечно, да? Это наш друг и товарищ, как шоколадные конфеты, да, для женщины. Вот, посмотрите. Ой, какая красота! От золота в серебро, от кофейного в темный шоколад. Можно столько найти здесь оттенков. Ох, какая красота для нашего с вами окна. Слушайте, ну вот, я знаю, что тебе хочу сказать сегодня, что этот тюль мне напоминает такое ювелирное украшение для нашего окна. Вы только вглядитесь, здесь и золото, и серебро, плюс еще и жемчужное сияние органзы. Вот такое чувство, что дом наполняется жемчужным перламутром, блеском, сказкой наполняется. Вот сегодня как раз на распродаже можно свою жизнь превратить в настоящую сказку. Надя, ну я, подожди, не могу объяснить, это органза или все-таки жаккард? Это у нас органза жаккард. У нас в основе идет полотно органзы, но на органзе у нас очень сложное, высокоточное жаккардовое плетение. Мы видим с вами сейчас вот этот мерцающий блеск. Я предлагаю убедиться в том, что это у нас жаккардовое плетение. А как ты это будешь делать? Мы переворачиваем наизнанку и убеждаемся в том, что, как всегда, оборотная сторона в жаккарде такая же прекрасная, как и лицевая. А это значит, мы с вами будем драпировать великолепно наш тюль. Кстати, органза прекрасно поддается драпировке, очень хорошо держит форму во время драпировки. Органза очень легко смотрится, поэтому облегчит вот это, знаете, визуальное восприятие вашего окна, например, если окно зажато между какими-то предметами интерьера. Да. И вот сейчас обратите внимание. Слушай, как красиво искрится сама органза. Конечно. Она буквально, знаете, наполняет дом, правда, перламутром. Посмотрите, как идеально свет проходит через органзу, он преломняется и получается, знаете, такой хрустальный, жидкий хрусталь. Это невероятная красота. Плюс еще эти полосы. Слушай, они играют как-то на интерьер? Безусловно. Я всегда обращаю ваше внимание на рисунок. Вертикаль – это всегда дополнительные 30-40 сантиметров к высоте наших потолков. Никому эти сантиметры никогда не лишние, поэтому с удовольствием используйте этот прием. И вот сейчас посмотрите, какая фактура! Посмотрите, как мерцают наши метанитовые ниточки. Вы посмотрите, как жаккард весь переливается. Какие сложные у нас здесь оценки. Я, кстати, ваше обращаю внимание, что у нас висит на окне наш тюль, флёр в коричневом цвете. Внимание, у нас коричневый цвет, представляешь, начинает заканчиваться уже, потому что новинка не успела появиться, а уже становится бестселлером нашего телеканала. Четыре цвета у нас есть на выбор: серебро, золото, бордовый, коричневый. Звоните прямо сейчас. Ведь мы находимся в доме, и то, что находится в доме, влияет на наше восприятие и самочувствие. Вот знаешь, когда я прихожу домой, мне хочется расслабиться. И когда я понимаю, что и предметы интерьера мне помогают, поэтому сразу хочу спросить, есть ли у нас здесь шторная лента? Готово ли это решение? Да, конечно, мы с вами решаем свои проблемы, так
сказать, не дожидаясь, когда они к нам придут. Вот она, шторная лента. Вот она, двурядная шторная лента для любых видов креплений. Я обращаю внимание, как аккуратно, как деликатно, как профессионально все это сделано. И кроме шторной ленты у нас есть еще кант-утяжелитель. А для чего он? Вот он для того, чтобы наша легкая воздушная органза не улетала при каких-то лишних порывах ветра, особенно если действительно комната со сквозняком. Поэтому и кант-утяжелитель, и как ниточка у нас, да, тон в тон подобрана. А давай попробуем, как будто бы что подуло нас ветерок. Давай, и мы давай. Вот так вот сделали пару, смотрите, раз, и оп, отпускаем. Оп. Чувствуешь, чувствуешь, да, и вот наш кант-утяжелитель. Друзья, посмотрите, какой великолепный легкий тюль. А еще я хочу обратить ваше внимание, что если, например, вы возьмете два полотна при желании, то, сделав драпировку, а благодаря шторной ленте вы ее можете сделать, вы можете достигнуть вот такого эффекта. Посмотрите, я вам сейчас покажу. У вас будет ощущение, что у вас на окне висят вот такие вот парчевые шторы. Вот посмотрите, да, как все полосочки собрались. Вот вы можете сделать вот так вот драпировку. Либо вы можете пойти другим путем и больше показать как бы как раз часть органзы. Тогда у вас блеск идет вовнутрь, а перламутр выходит на передний план. Слушайте, это невероятно. Смотрите, 270 на 270 очень сантиметров полотно. Посмотрите на эти переливы. Вот такое ощущение, что мы в сказке находимся. Вспомните, ведь именно когда мы приходим домой, нам хочется ощущать свободы, доброты, тепла, сказки. Именно это ощущение у вас как раз появляется, когда вы находитесь рядом с таким окном. Подарите себе сказку, звоните прямо сейчас. Как постирать такую красоту? Постирать мы будем в стиральной машине, но в деликатном режиме при самой низкой температуре, например, 30 градусов. Если вы аккуратно все это развесите, то гладить вам данный тюль будет не нужно. Вот это да!